результат. Ну что ж, еще 0,02 с лучшего результата сезона сбросила она. Юдзин, 28-летняя экс-рекордсменка мира в спринтерском многоборье и в... на дистанции 500 метров, 36.94 ее личный рекорд. Но вчера ее бег по ее потенциалу, скажем так, не впечатлил, 37.88. И Нао Кодайра даже была быстрее, 37.56 накануне. Нао была очень близка к своему личному рекорду, 37.42. Может быть, сегодня, вот в этом остром соперничестве с китаянкой, Нао Кодайра попробует побить личный рекорд. Очень хорошая, очень аэродинамичная посадка у обеих. У Кодайры может быть даже чуть-чуть пониже, и это помогает, и низкий центр тяжести для равновесия. Но, правда, немножечко замахала, как чайка, руками в повороте Кодайра, и все равно выигрывает у китаянки, выигрывает, правда, может быть, чуть меньше. А хотя, посмотрите, в итоге проиграла даже. Какой рывок Юдзин на финишной прямой, 37.60 и 37.61 сотая секунды у Нао Кодайры. Ну, Юдзин накануне, вчера, накануне была лишь только 11-й, что, в общем-то, явно не устроило тренеров китайской сборной. Слишком рано, может быть, начала, подумала о финише Нао Кодайры. И вот посмотрите, что такое 0,01 в... ну, они остановили.